Госавтоинспекция Московской области в период с 3 февраля по 12 апреля 2020 года реализует социальный проект «Маленький пассажир. Большая ответственность». Его основные задачи – информирование взрослых участников дорожного движения о недопустимости нарушений правил при перевозке детей в автотранспорте, а также о важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. В Ленинском городском округе разработан комплекс мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров. Особенно актуальны такие рейды в дни школьных каникул. Обратите особое внимание на своих детишек, чтобы они не находились вблизи проезжей части. Также напомнить хотелось бы о правильном переходе проезжей части. Соответственно, переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу, либо по регулируемому пешеходному переходу светофорами. Кроме того, 16 февраля в городе Видное на пересечении улиц Школьная и Старонагорная сотрудники госавтоинспекции провели акцию «Нетрезвый водитель». В течение 2 часов инспекторы проверили на предмет алкогольного опьянения 81 автомобиль. В ходе рейда не было выявлено ни одного нетрезвого водителя. В данной акции мы призывали автоводителей быть предельно внимательными, не употреблять спиртные напитки за рулем. Хотелось бы обратиться к водителям, быть предельно внимательными также. При употреблении спиртных напитков лучше воспользоваться услугами трезвого водителя, ну и, соответственно, беречь себя и близких. Такие рейды проходят на постоянной основе в целях выявления граждан, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.